сколько ты? Махом. Середине! Другая нога! То же самое! Обратно! А вот мы первый день после того, как прилетели, пробежали ее тест, вот именно физически было нормально, потом ножки немножко вот забились и тяжело было отходить. Пару дней нужно было войти в игровой ритм. 2, 3, 4. Сапога, я пуга. 3. Бамос. На первом сборе тренируем физическую выносливость, сдаем некоторые тесты. Как показали эти упражнения, и мое физическое состояние более-менее неплохое, поэтому не скажу, что трудные упражнения. Ну, в принципе, я первый день, получается, я прилетел в обед. Вечером я занимался индивидуально в тренажерном зале, то есть меня на поле даже не выпустили, так немного в щадящем режиме, так сказать, после болезни. Так сложно беговая работа, когда проходит, мне, так сказать, небольшие поблажки иногда делают, но со вчерашнего дня я уже полностью в общей группе, в принципе, чувствую себя довольно-таки неплохо. Вот поэтому сейчас уже работаю непосредственно с ребятами. Можно? Можно. Да, можно начинать сезон. Ребята, сейчас чуть-чуть пораньше. Да? Ну, все идет своим чередом. Наигрываем. Сыграли первый матч. Правда, соперник был не сильный. Сыграли на ноль, самое главное. Значит, все идет так, как нужно. Улыбайся, Паша, что ты такой грустный, брат? Между танцем делайте паузу. Обыграли, обыграли. Ай, Гриша, хорошо поставлен. Мы вот отрабатывали буквально вчера, позавчера, именно перестроение в обороне. Надеюсь, что это поможет нам, перенесется на чемпионат, и все будет хорошо. Ребята, нету ни игры, расставьте, смотрите, это тоже квадрат, только ворота у нас. Не дать, селись, я тебе, Лена! Не, ну конечно, да, все равно накапливается усталость, когда-то ножки уже тяжеловатые. Но в четверг уже конец первого сбора. Сыграем контрольную игру и передохнем. Все нормально, все фото.